17 июля в Десногорск приехала проектно-аналитическая экспедиция «Академия профессионального гостеприимства». В составе экспедиции – участники туристического кластера Смоленской области. В него входят люди, которые задались целью разработать стратегию развития туризма на Смоленщине. В своих экспедициях они изучают интересные объекты в регионах. В этот раз они проложили маршрут в Десногорск. Мы с ними познакомились на полномасштабном тренажере блока РБМК 1200 в учебно-тренировочном подразделении. Они отметили, что промышленный туризм в настоящее время пользуется популярностью и может стать брендом Десногорска. Сам город Десногорск впечатляет, поскольку это молодой, динамичный город. Ну и, в принципе, производственный туризм – это сегодня тренд. И поэтому я думаю, что у всего этого есть большой потенциал и большое будущее. Я бы сказала, что сюда стоит приезжать ради производственных экскурсий. Это отдельное направление у нас. Ну и, кроме того, прекрасный чистый воздух, замечательные базы отдыха на берегу и рек, и водохранилища. То есть экологический туризм, почему и нет. После посещения объектов, интересных для туризма, гости встретились с представителями администрации Десногорска. Об этом мы расскажем вам в следующем выпуске.